Одна из последних аварий произошла 3 августа. На кольце перед хутором Трудобеляковским перевернулась груженая фура. К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал. Видео с места происшествия нам предоставил житель Славянска на Кубани Николай Закрин. Можно тут перевернуться. Ни встречек нету, никого нет. Может, там он и горел, вот песком засыпали да, его. Горел. Ого, сколько бордюра снес. Это ж как он летел. Хорошо, что еще сам. Ого, персики. Если вы стали очевидцами дорожного происшествия или ваш видеорегистратор снял грубое нарушение правил дорожного движения, присылайте видео на нашу электронную почту smtrk@sobakamail.ru. Мы обязательно разместим его в эфире в нашей рубрике «Народный патруль». Будем вместе бороться с хамством на дорогах.